Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать в мой новый влог. Я на террасе, у нас дождь, у меня шампанское, я буду делать салат под шубой. В общем, прекрасное настроение, чего и всем вам желаю. Мои хорошие, приятного просмотра. Чин-чин, девочки! Великолепное место на террасе отеля. Мы здесь с Флоритой. Девочки, красота такая, вообще солнце. Я хочу попекать что-то, да? Claro, una cosita. Но мы поворачиваем. И что пасо? Поворачиваем, и что пасо? Я приеду, hasta la casa. Tenemos tantos minutos todo Девочки, у Флоры мартини, у меня джин с тоником. Сейчас я буду наслаждаться с Флоритой жизнью. Поговорили с директором отеля, шикарно. Девочки, я не могу оторваться от моря. Насколько у меня все квартиры с видом на море. Но в этом случае оторваться от моря — это очень трудно, потому что здесь просто нереальный вид. Просто нереальный вид. Красота нереальная. Пусть грабар, porque la verdad que está precioso, да? Pero de noche es más bonito. De noche mucho más. Ya lo tengo todo en bolso. No, 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 no olvidamos. Вид прекрасный. В ресторане сейчас будем что-то вкусненькое выбирать, девочки и мальчики. Девочки, ну что, мы хорошо сидим, сейчас заказываем нашу Флора. Здесь я прекрасно проводим время. Шикарно. У нас за Мурине прилетело, сейчас будем кушать такую вкуснятину. Мурине еще нам принесли алькачофу, потом рыбка, вкусня. Нам такую миловку принесли, скоро увидим свое кофе, у меня мой кофе, в общем, нам приятного времяпровождения, девочки, вкуснотища, тепло. Ага. Мы уже в другом отеле, на другой террасе. Тоже с прекрасным видом, покушали в ресторанчике, пришли опять что-то выпить. Полетела, полетела. Ну что здесь?
февраль месяц. И вот так прекрасно. И ой, но es fin de semana. Уже в другом. Ага. Мы уже в другом отеле на террасе. Очень много людей здесь. Но уже некоторые ушли. Кто загорает, кто что. Кашечка кофе. Великолепная. Базар это в этом случае не барахолка. Базар это совсем другая история. Но тем не менее, какая красота. Вот посмотрите, вот этот цвет. Они гладкие все, без рытвин. Ну как это можно упустить, когда я лазурит через мои руки проходит килограммами иногда, да? Ну килограммами нет, это вот такое слово. Ну вот что такой цвет. Да, это оно простое, да. Варя, да, его на шею хорошо, но они сами камни какие. И этот блеск, я не могу, я просто балдею. Я сижу, кофе пью, моя хорошая. Очень балдею тут. Я не знаю, как это можно не любить. Я это, если носить не буду, я это буду смотреть, любоваться. Но я и носить буду. Я в шоке просто от этой красоты. ¿Lo cerré? ¿Está cerrado? Sí, está cerrado. Сюда, девочки, бутылки можно поставить. Но я вообще, конечно, бы это приобрела не для бутылок. Очень мне нравится эта история.